Ассаламу алейкум. В эфире телеканала ННТ «Новости Дагестана», в студии Карим Даниев. И вначале коротко о главном. В поисках подрядчика. Дагестан не спешит избавляться от мусора. Участвуют все. В мэрии Махачкалы прошло еженедельное аппаратное совещание. Подробности в выпуске. Конкурс закончился, но золотые правила нравственности остаются. Победителей наградила советник муфтия Дагестана Айана Гамзатова. Полицейские играли лучше. Межведомственный футбольный турнир в честь 300-летия Каспийской флотилии выиграла команда республиканского МВД. Начало новой эры без мусора в Дагестане может затянуться. Как сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана» со ссылкой на Интерфакс-Юг, в республике все еще не нашли подрядчика для строительства ранее анонсированных властью трех комплексов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов. Как оказалось, на участие в закупках не было подано ни одной заявки. Напомним, на эти цели было определено 14 миллиардов рублей. Строительство объектов под ключ было запланировано в Хасавюртовском, Дербентском, Карабудахкенском и Кумтыркалинском районах. Мусорный вопрос обсуждался и в мэрии Махачкалы. Город по-прежнему испытывает трудности с вывозом ТКО. О чем еще говорили участники еженедельного аппаратного совещания, знает Лариана Шамхалаева. Еще до начала совещания Резван Газимагомедов уточнил у коллег, исполнены ли поручения, данные на прошлой неделе. В частности, он спросил о ситуации в детском саду номер 59, который до сих пор отремонтирован только на 50%. Причину объясняла курирующий заместитель. К сожалению, как у нас и прецеденты были уже и в школах, в период проведения работ вышли, ну, я вам уже рассказывала о канализационной системе, которая оказалась просто непригодной, ее вскрыли и убедились, столкнулись с этим только уже в ходе ведения работ. Тепло и свет есть, пропускная способность ливневок усилена, благоустройство дворовых территорий почти завершено. Однако в Махачкале по-прежнему сложно обстоит вопрос с накоплением и вывозом мусора. Подробности озвучил начальник столичного ЖКХ. Неделю принято в эксплуатацию, закончен ремонт, там 10 объектов уличной дорожной сети. Практически ручная работа по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции на уличной дорожной сети города в рамках приоритетного проекта «Мой Дагестан, мои дороги». Срок окончания работы у нас до конца года. Завершается работа по строительству подъездной дороги к дому танца ансамбля «Лезгинка». Управлением выполняется работа по уличному освещению по 10 поселкам города. По поселке Ленкент, Семендер, Сулак, Новокрушец, Новокрафлая, Богосилевка, поселок Тарстиновый, Турали, Красноармейский, поселок Альбрикент. На сегодняшний день работы выполнены практически на 80%. В рамках реализации контракта по капитальному ремонту ливневой канализации на сегодняшний день подрядная организация по «Акстрой» по улице Лаптева проводится работа по капитальному ремонту ливневой канализации от оздоровительного комплекса «Белый медведь» до проспекта Старопирова. Замена трубы диаметром 1000 мм на более большем диаметре на 2000 мм для большей пропускной способности. По данному контракту выполнены работы по капитальному ремонту ливневой канализации Ленинского района по следующим локациям: улица Лаптева, Бейбулатова, Мухтаразизова и проспект Петроперова. По программе формирования комфортной городской среды работы практически во всех дворовых, завершены во всех дворовых территориях, устраняются замещения по двум дворам. Это Санкт-Путана 4.6 и проспект Петроперова 45. Да, есть проблема с несвоевременным выводом ТКО. Контейнер площадки очень, она связана с нехваткой контейнеров. Здесь у нас справка, есть подготовленная информация о необходимом количестве контейнеров, объемом каким, каком количестве и контейнер площадок. В ходе аппаратного совещания Резван Газимагомедов официально представил коллективу городской администрации своего нового первого заместителя Наримана Тимуркаева. Нариман Рашидович Тимуркаев, вы, наверное, многие узнаете, кто не знает, познакомьтесь. По функционалу мы определимся, что перераспределим наши полномочия. Вот этот вопрос, Нариман, возьмите, пожалуйста, на контроль, потому что вот комплексно, Лезгинка это правильно, это поручение главы, но рядом вот этот отель, который мы строим, тоже комплексно возьмите, чтобы потом уже не возвращаться опять туда. Дороги будут за нами все равно. Строят все и понемногу. Другое дело, по закону ли все обстоит. Этот вопрос у нового мэра на особом контроле. Следить за соблюдением градостроительного законодательства поручено специальной комиссии во главе с заместителем главы города. Он и отчитался о результатах работы за неделю.
Из 26 объектов это 10 многоквартирных домов. Из них 6 по решению суда были выданы разрешения, и одно разрешение было отменено. Также 8 коммерческих объектов, 3 гостиницы и 5 складских помещений. Хотелось бы сейчас сразу отметить, по складским помещениям, одним из них это обувная фабрика «Малаева», которая тоже была выдана по решению суда, потому что не было там начато строительство. Если есть возможность в части него дать послабление, и уже сейчас ему дать возможность продолжить строительство. Максимальное послабление, если там нет категорических нарушений, когда строительная деятельность, даем все послабления. Давай, пусть люди работают. Малому бизнесу не мешать, по возможности давать послабления, если это категорически не противоречит градостроительным нормам, подчеркнул Газимагомедов. И тут же указал на другое, по его мнению, недопустимое. Ни один собственник не имеет права занимать своим строением или забором муниципальную землю, захватывая тротуары и палисадники. Лариана Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, новости Махачкала. И в продолжение городской темы. Большинство жителей Махачкалы ждут от городских властей решения проблем, связанных с качеством дорог, вывозом мусора и благоустройством отдаленных от центра территорий. Об этом горожане рассказали нашим корреспондентам в ходе небольшого блиц-опроса на улицах столицы республики. Опрос. Что вы ждете от нового главы города? От нового главы? От Резвана Казимовича. Ждем только продолжения той работы, которую продолжал делать сам Датаев. По нацпроектам «Комфортная городская среда» и вот мои дороги, мой Дагестан. Ну, вот, только облагораживание самого города для жителей. Я думаю, решение проблем с мусором, своевременный его вывоз, ремонт дорог, который нуждается в ремонте, при этом нет необходимости ремонтировать, допустим, я считаю, около Русского театра. Плитку там, где она, в принципе, нормально лежит. Она относительно новая. То есть как-то, наверное, отрегулировать то, что нуждается в изменениях, то, что не нуждается. Ждем, чтобы хорошая тенденция, чтобы продолжилась по благоустройству городских пространств. Ну и также новых идей, каких-то, которые в первую очередь будут касаться пешеходов, потом автомобилистов. Канализацию надо делать, чтобы море не шло. Ждем, чтобы наш город утопал в цветах, чтобы развивался город, чтобы мы всегда гордились как вот республикой, так и нашей столицей. Ну, города я ожидаю, что он наведет тот порядок, который необходим горожанам. Ну, предыдущий глава, он позаботился. Было много разговоров, что это очень долго, затратно, но мы видим, что улица как масло преобразилась. Будем надеяться, что и другие улицы, не только центральные, пристанут перед нами в новом образе. Ну, что им интересно, открыл познавающее для детей, еще для взрослых. Чтобы уже поскорее Октябрь открыли. Улучшение ситуации в городе. Ну, я думаю, что лучше будет. Это он грамотный, умный человек. Он занимал большие должности республики. Мы ждем, чтобы не было перебоев с электрическим, с водоснабжением. Чтобы не было внезапных отключений света. Это самое главное в новогодние дни, особенно в преддверии праздников. Между Махачкалой и Каспийской общественный транспорт был постоянно. Всего самого хорошего жду, позитивного. Чтобы были какие-то изменения с водой хотя бы. А еще чего? Перебои света, чтобы перестали происходить. Каких-то преображений в пользу народа, наверное. Чистота в основном меня беспокоит. Я бы по чистоте... Хотелось бы лучше. Хотелось бы, чтобы было красиво. Все устраивает, как есть сейчас, но, возможно, было бы лучше, если бы в городе было больше развлечений как-то для людей, для молодежи, больше каких-то интересных мест в плане провести свое время где-то с семьей, с друзьями. Дороги в поселках, потому что там грязь, камни и так далее. Все, а так все нормально. Стоимость минимального продуктового набора в Дагестане за ноябрь этого года снизилась на 0,8% и составила 5 477 рублей. Это второй по величине показатель среди всех регионов СКФО. Дороже только в Ингушетии – 5 625 рублей.
В ежемесячный минимальный набор продуктов на человека входит около 15 кг хлеба и круп, 12,5 кг картофеля, по 1,5 кг фруктов и кондитерских изделий, почти 3 кг мяса, более 1 кг рыбы и 18 кг молочных продуктов. Вместе с этим турпоток в Дагестане снизил покупательную способность местного населения. Такие данные приводит Центробанк. Возрастающий интерес к региону со стороны туристов, помимо повышения привлекательности, принес и негативные последствия. Аналитики отмечают уменьшение посещаемости организаций общественного питания и досуга. Однако, как сообщает ведомство, это произошло не так сильно, как во многих других регионах. Республиканский конкурс «Золотые правила нравственности» подошел к концу. Финал состоялся в Махачкале на трех площадках. За главный приз боролись более 30 команд из школ, СУЗов и вузов региона. На последнем этапе участникам предстояло показать свои лучшие навыки в театрализованной постановке. Какие команды признаны самыми яркими и талантливыми, смотрите в следующем сюжете. Привет, девочки. Так давно не виделись. Привет, Вика. Чем занимаетесь? Это рак, я вижу. Я касс вышиваю. А ты, Исаак, почему отдыхаешь? Ой, да не нравятся мне эти ваши женские увлечения. Я хочу быть златокузнецом. Что? Это история о том, как горянка из обычной простой семьи кубачинка Манаба Магомедова стала известным народным художником по металлу. Манаба, я наслышана о вашем мастерстве. Я хотела бы учиться у вас. Не думала, что и другим девушкам понравится это нелегкое дело. Мне только в радость передать весь свой опыт другим мастерицам. Подумали, что будет довольно-таки неплохо рассказать именно о мастерстве, тем более это именно первая женщина-златокузнец, и упомянуть как бы и, скажем так, мастерство ее, и различные, возможно, неравенства, которые могут быть, и упомянуть то, что не только мужчины могут заниматься таким тяжелым делом, но и женщины также. Тем более у нас все девочки в команде, мы подумали, это будет неплохо. История, культура и традиции, национальные костюмы, быт горцев и нравственное поведение – все это красочно отобразили школьники и студенты в финале конкурса. Сделай добро, и оно добром тебе вернется. Конечно же, выходя на сцену, перебивает волнение, так как тебя снимают много камер, смотрят много глаз. Но нам помогло то, что мы хорошо подготовились к этому. Хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия. Во главе с муфти Ахмад Хаджи, шейх Ахмад Абдуллаева, конечно, объединяет нас, всех школьников, вузов и не только. Заключительный этап конкурса проходил на трех площадках – в медколледже имени Башларова, в Дагестанском институте развития образования и молодежном центре столицы. Работу конкурсантов оценивало компетентное жюри. Баллы суммировались из предыдущих этапов и вводилась общая оценка команде. Мы оценивали именно постановка, и, артистичность, и даже оценивали мы здесь регламент. Даже вот настолько были такие, как насколько смогли раскрыть эту тему и целостность композиции, целостность этого театра. Хочу выразить огромную благодарность еще раз Муфтеату Республики Дагестан, Министерству по национальной политике, которое оказывает колоссальное влияние на воспитание, на приучение. Урачивает на сегодняшний день огромное количество подрастающего поколения. Всего в республиканском конкурсе приняли участие рекордное количество участников – более 30 тысяч человек. В финал прошли всего около 30 команд из школьников, студентов средних и высших образовательных учреждений. Главным замыслом этого конкурса, конечно, является, чтобы ребята были более нравственные. А сейчас, тем более в финале, ребята представляли нам сценки, где вспоминали культуру и традиции народов Дагестана. Вспоминали ремесла, которые были в Дагестане, показали нам сценки о достоинстве приобретения знаний, о хорошем отношении к родителям, о добрососедских отношениях. И первые два этапа, мы знаем, прошли по книге «Благонравие праведников», в котором многое есть из того, что ребята показали в финале. Итоги конкурса подвели в зале торжеств. Поздравить победителей и призеров пришли почетные гости, представители министерств и ведомств республики, а также советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова.
Я хочу выразить огромную благодарность Министерству по делам национальности, Министерству образования, всем ректорам вузов, СУЗов и учебных заведений, которые сегодня участвовали в этом конкурсе, поддерживали, помогали, организовывали. И я думаю, что для воспитания молодежи он будет иметь огромное значение, потому что, на мой взгляд, был допущен большой вакуум именно в идеологической работе, воспитательной работе в 2000-е годы и ранние 90-е. А сейчас успешно, вот благодаря такому совместному труду этих министерств, руководства республики и муфтията Дагестана, сегодня такая идеологическая работа проводится. И я думаю, что в будущем мы получим благородных, патриотически настроенных и полезных для общества людей. По результатам всех этапов места распределились следующим образом. Среди вузов победителями стал коллектив из Дагестанского государственного университета. Среди СУЗов – юридический колледж ДГУ. А среди школьников – команда из МУНИ Ботлевского района. Всем победителям вручили дипломы и сертификаты на сумму 100 тысяч рублей. На самом деле, из этого конкурса мы извлекли очень многое, очень. И он как-то повлиял на нас и психологически тоже. Мы очень рады занять первое место, это очень большая честь для нас. Но были моменты, когда очень сильно переживали, нервничали. Но в целом справились нормально, потому что было много репетиций тоже, и мы старались. Хочу благодарить всех организаторов этого хорошего мероприятия. Еще хочу благодарить всех наших учителей за все. Помимо победителей наградили также и призеров. Команды, занявшие вторые и третьи места, получили сертификаты на сумму 50 и 25 тысяч рублей. Организатором ежегодного уже 5-го республиканского конкурса «Золотые правила нравственности» выступил муфтия Дагестана при поддержке Минаца и Минобра региона. Хамза Нурмагомедов, Ислам Халиков, Халид Ахмаев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. В школе имени Юсупова стартовал курс обучения школьников созданию трехмерных объектов и печати на 3D-принтере. Обучение проходит в рамках проекта по популяризации инновационных технологий в современном образовании. Делегация из Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Устинова города Санкт-Петербург во главе со старшим преподавателем кафедры вуза будет в течение недели обучать школьников аддитивным технологиям. Привезенный ими 3D-принтер по завершении обучения останется в школе. Так как я родом сам из Республики Дагестан, поэтому как-то хотел помочь своей республике, детям, которые обучаются в наших школах, провести профориентационную работу, помочь им с выбором профессии в дальнейшем, чтобы они поступили и выбрали правильный путь. Данный проект проходит при поддержке депутата Народного собрания, председателя комитета по образованию и науке Пальвиченко Елены Ивановны. Она на всех этапах сопровождает данный проект, и по ее инициативе начиналась реализация данного проекта в Республике Дагестан. Нет, как только они услышали о том, что речь будет идти о робототехнике, что они смогут своими руками что-то напечатать на 3D-принтере, их радости не было предела. И какой-то вклад в копилку нашей российской науки, я уверена, каждый из них несет. Завершающий этап обучения пройдет в пятницу. По его результатам будут выданы сертификаты, которые дают его обладателю дополнительные 10 баллов ЕГЭ при поступлении в Балтийский университет. И к новостям спорта. Команда МВД выиграла футбольный турнир, приуроченный к 300-летию Каспийской флотилии. Матчи проходили на базе спортшколы при Минобрнауке. В спор за победу вступали 16 команд из министерств и ведомств региона. Их поделили на 4 группы, далее четвертьфиналы и полуфиналы. Лучше других себя проявили команды МВД и налоговой службы. Основное время матча завершилось в ничью 1-1. Победитель определился лишь в серии пенальти. Все медалисты получили памятные призы, также были отмечены и лучшие игроки в 7 номинациях. Награждали призеров представители органов власти и Каспийской флотилии. От командования Каспийской флотилии, от спортивного комитета Каспийской флотилии, я поздравляю вас с завершением данного турнира, посвященного 300-летию Каспийской флотилии. Хочу пожелать вам
новых спортивных побед. Вот. Да, и пусть всегда будут только битвы на спортивных полях. Пусть будет мир во всем мире. Вам всем удачи и до новых встреч. Дагестанский клуб Universal Fighters – победитель Гран-при Лиги чемпионов AIGA по грэпплингу. Престижные командные соревнования проходили в Казахстане. В борьбе за чек в размере 100 тысяч долларов сошлись 8 ведущих клубов Евразии. В финале в дагестанском дерби грэпплеры из Академии Universal Fighters оказались сильнее земляков школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Матчевая встреча завершилась со счетом 5-2. Большая честь выиграть на таком престижном турнире, в финале выиграть таких сильных соперников. Вообще на протяжении этих турниров не было проходных схваток. Я надеюсь, что это только начало для Лиги АИГА. Хотел поблагодарить организаторов за приглашение, за высокий уровень организации. Для нас, грэпплеров, это мотивация заниматься еще больше, усерднее. Это были все новости на сегодня. Всего доброго, до скорых встреч в эфире.